Я, короче, здесь темнер, я тебя могу забанить. Ты вообще что ли? Пошли, покажу, я летать умею. Я могу спаун здесь все сломать, я могу загрифить здесь все. Пошли. Я могу все здесь удалить. Ты же не веришь, что я могу, да, вот все это с этим, да? Как ты сейчас вырежешь весь спаун, что да, сейчас будет беда, беда. А, вот, да-да-да. Летишь, типа, да? Типа будет. Да, да, лечу. Так. Во, видел я сетну. Понял, да? Спаун. Ты больной, что ли? Нет. Блять, что такое? Ты что сделал, слышишь? Ты, блять, как это сделал? Я сказал, что я умню. Что сделал, чтобы ты вернул? Ну кинь мне там это денег на Яндекс. Что ли, я тебя забанил, слышишь? Блин! Почему? Ну зачем ты меня забанил вообще, что ли? Ну блин! Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Седжи, и мы продолжаем снимать новое антигрифер-шоу. Ждем звонка. Я пока не знаю, что будет за выпуск реально, но он сказал, что я ему зачем-то нужен. Зачем нужен, не знаю, но я думаю, понятно зачем, да, убить. Пока я нахожусь на спавне своего сервера, IP которого можете наблюдать ниже. О, звонит, тихо. Привет, Гондон, помоги мне дом построить. Ты мне только позвонил, уже обзываешь. Как-то неправильно ты делаешь. Ну почему? Ну мне же обидно. То есть, я тебе ничего плохого не сделал, ты меня сразу гондоном обозвал. Я завтра... Ну, а если что, поможешь дом достроить? Ну помогу, ну блин, мне плакать правда захотел теперь из-за того, что ты меня обозвал. Тогда пиши ТП. На тебе приму сейчас. А ты не гондон? Я не гондон. А, подожди, а какой у тебя ник тогда? Паралакс. Пидоракс? Нет! А как? Паралакс! Пидоракс. Иди нахер, а? Нет, я не могу просто ник твой понять. Паралакс! Вот, ты написал? Я каком-то запрос какому-то гомику отправил. Эй, блядь, иди сюда за мной. Я ТП-хнулся к тебе домой. Пошли. Куда? Погоди, я хочу на дом. За мной пошли. У тебя дом в воздухе, я хочу посмотреть. Да, я знаю, что у меня дом в воздухе. А как ты его так построил? Легко. Пошли за мной. Ты читер? Быстро. Что? Ну ладно, нет, пошли. Я не грифер. Пошли, ну, блядь. Почему здесь грифер? Ну, пошли. Ну просто меня интересует, как ты так дом построил на высоте. Я овнер. И чё? Какой ты овнер? Здесь не нельзя иметь овнера, понимаешь? Это надо доверие такое сильное заслужить, чтобы здесь овнером быть. Пошли за мной. Смотри, блядь, сколько у меня алмазов. Где я их увижу? Я доступ... Да, смотри в сундук. Ты зачем сломал сундук свой? Бля. Ты зачем сломал? А. Откуда у тебя столько алмазов? Слышь? На. Откуда у тебя там столько алмазов? Ой. Я же говорю, я овня. Пошли, блядь, за мной. Все, пошли. Стой, зачем ты... А зачем ты второй свой сундук-то сломал? Смотри. Я их не ломал. Ты ломал? Ты свой второй сундук сломал. Ты сейчас второй сундук свой сломал. Зачем? Странный ты какой-то. Пошли за мной. Куда? Во второй дом. Это второй дом? Да, вот на дереве есть. Видишь, блядь? И слепой. Не, вижу. Сам ты слепой, тебя не обзывал. А давай я буду говорить, как ты. Зачем? Ну, прикольно. Не прикольно. А где вход в твой долбанный дом? Вот здесь. Угу. Фига. Долго строил ты говно, что? Чё сказал? Говорю, дом долго, говорю, строил? Прикольный курс. Нет, недолго. Недолго? Съебал уже. Чем? Тупыми вопросами. Нет, ну ты же сам меня приютил. А? Чё ты кружишься здесь? Все. И чё? Бля. Ой. Пиздец какой-то. Ты зачем ты сломал? Ты же сейчас сломал. Это ты сломал, ты офигел? Охуел, что ли, а? Это ты сломал. Тебя убить? Ты сейчас мечом своим сломал, ты дурак, что ли? Нет, я ничего не сломал. Я как могу сломать? Я даже не в креативке, ты больной, что ли? Я не ломал ничего. И я не ломал. Не надо на меня, пожалуйста, сваливать свои проблемы домашние. Ты сломал. И сундуки ты сломал. Ага, конечно.
Ты ломал сундуки. Вот смотри, встань, вот удар сейчас, вот удар мечом по своему сундуку, мечом, вот удар. Вот, ты сломал. А я по-другому бил. Как по-другому ты бил? Ты сейчас сломал. Я вот по этому сундуку бил, не ну, по этому. Ну и вот и сломал. Мне кажется, это ты их ломаешь. Каким образом? Ну, у тебя есть и кирка, и топор. Не, ну, с одного удара нельзя сломать. Да ты вообще офигел, это мои алмазы были, отдай. Так вот они лежат, ты дурак, что ли? Ты их забрал немножко. Я ничего не забирал. Отдай. Опа. А где алмазы? Так, у меня же был кит-старт, а он не может выпасть. Ты просто так меня убил. Слышь, ты за хрена меня убил, придурок, я тебя не трогал. Я думал, ты мои алмазы крадешь. Да ты грифер, получается. Ты вообще кто здесь на этом сервере? Ты грифер? На тебя репорт надо... Ну да, я грифер. Ну. И чё? Прими быстро. Тебе кол пишу. Ты грифер. Я сейчас рапорт напишу. И что? Ну все, я рапорт напишу, тебя забань здесь. Да и смешно. Быстро прими. Все, я подожди, я сейчас скрин на тебя сделаю. Все, я сейчас жалобу на тебя буду писать. Ну давай, давай. Сейчас, стой, я в группу зайду. В ВК группа есть. Сейчас, а вот, жалование на игроков. Значит, Parallax. Есть ник Parallax. Он убивает, он грифер. Вот. Отправить, все, сейчас. Ты опять меня убил. Лоша. А я на видео это снял, слышь? Я специально на видео это снял. Все, я тебя еще и на видео снял. Сейчас туда отдам. Конец. Да, да, давай. Конец. Лошара ипан. Все, конец тебе. Можешь уходить с сервера. Ну да, 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 давай. Еще скажешь, что меня забанят. Тебя забанят. Да. Тебя легко забанят. Все, можешь, в принципе, прощаться. Меня забанят. Овнер, как ты говоришь. Какой ты овнер, блин. Конец тебе, овнер. Ты бы, если был овнером, ты бы летал, а не гриферил меня. А я не хочу летать. Мне нравится тебя и на земле гриферить. Mm-hmm. Так было бы скучно. Ты бы всех перебанил уже давно, не знаю. Ты ни хрена не овнер, какой-то овнер. Короче, здесь овнер, я тебя могу забанить. Ты вообще что ли? Пошли, покажу, я летать умею. Я могу спавн здесь все сломать, я могу загрифить все. Пошли. Че ты можешь? Куда ты летать? Я могу все здесь удалить. Ты что, летать умеешь? Да. Я же говорил, что я овнер. Да. Но я-то не умею летать. Попиши на спаун. И чё, и куда? На спаун пиши. А ты чё хочешь делать-то? Я могу показать, что я могу тебя забанить, вообще все могу сделать, а ты ничего не можешь сделать. Я ничего не могу сделать, да и ты не можешь. Могу. Интересно, как же ты собрался сетать спаун? Легко, я же овнер. А, ну давай, сейчас это, как здесь спуститься? Я тогда пешком побегу на спаун. Зачем с пешком? Ну пешком я хочу, может, убежать. Ты даун, что ли, пешком? Да, я даун. Зачем ты даун? Ой. Сейчас, я умер, сейчас я буду на спауне. Ты пока лети, сейчас буду смотреть, как ты сетаешь спаун, да. Все, я на спауне, слышь? Я сейчас могу, ты... Угу. Ты же не веришь, что я могу, да, вот все это сетнуть, да? Конечно, я верю, я же понимаю, что это... Ты сейчас вырежешь весь спаун, что да, сейчас будет беда. Я реально сейчас это сделаю. Да. А я уже репорт на тебя написал, ты сейчас конец. Да, давай. Я пошел сетать. Да, давай, конечно, ты будешь сетать. Надо пофоткать спаун напоследок его жизни, а то же его не будет. Ну давай, давай. А часто ты так сетаешь спаун-то? Конечно. Регулярно, наверное, да? Да. Как Лавров ругается матом. Да регулярно. А, да, давай, где? Ну все, давай, сейчас тебя со скайпа сброшу. Никакого, где, чё? А, вот, да. Летишь, типа, да? Типа выделяешь. Да, лечу. Ага. Вот, да, лети. Лети, да. Как же так-то? Во, видел, я сетнул. Понял, да? Ни хрена, чё сервер... Я сетнул этот... спавн. В смысле? Прямом. Ты больной, что ли? Нет. Блять. Чё такое? Ты чё сделал, слышь? Ты, блять, как это сделал? Твою мать.
Ты чё наделал, блядь? Слышь, я сказал, что я овнер. Ты больной? Нет. Блядь, верни, как было. Ты чё наделал? Зачем? Блядь, сейчас верну. Ты, блядь, чё сделал? Чё ты вернёшь? Ты чё, больной? Нет. Блядь, весь спаун. Ты чё? Слышь, чё мне... Чё сделал, чтоб ты вернул? Ну, кинь мне там это, денег на Яндекс, деньги. Я, может, его обратно. Блядь, ты точно вернёшь? Слышь? Mm. Вернёшь? Да, я точно верну. А, блядь, у меня же течёт сердце встало. Ты чё наделал? Так, погоди. Я спаун. А, как ты это сделал, блядь? Я же говорил, что я овня. Тут ни у кого нет таких прав. Твою мать. Какой, слушай, скажи, куда тебе кинуть? Какой счет? Давай я тебе кину. Стой, давай я тебе кину. Давай. Давай. Давай, кинь. Не говори. Нет, не говори, говорю. Скинь в скайп мне сейчас, скинь в скайп. Блин. Хорошо. Что ты наделал-то, бля? Что ты наделал, бля? Ой. Все, скинул? Да. Сейчас, погоди, секунду. Дай мне время. Сейчас. Все, я перекинул, слышь тебе? Ну да, они пришли. Все, я тогда сейчас обратно его сетну. Давай, давай, пожалуйста. Сейчас, давай. Давай, 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 давай. О! Блять. Сеталось? Да, да, да. Стой. О, ты вернул? Ты все, ты, пожалуйста, да, больше... я верну. Слушай, откуда у тебя права эти такие? От как ты это смог? Ну, мне дали админы. Какие админы тебе дали? Это невозможно. Возможно. Блять, сейчас. Так, быстрее, надо кое-что мне сделать. Быстрее, сейчас. В консоли я тебя забанил, слышь? Блин! Почему? Ну зачем ты меня забанил вообще, что ли? Ну блин! Пожалуйста, ну обратно, пожалуйста. Ух, у меня аж отлегло, я тебя прям забанил так жестко. В консоли я тебя забанил. Слышь, я не понимаю, откуда у тебя были эти права. Но у тебя теперь их нет. Блин, ну зачем ты меня забанил? Ты придурок? Ты сел, ты спал, ну... Тьфу, блядь, я аж от волнения. Ты спал, иди ты нахуй, короче. Ты сетнул спал, я говорю. Слышь, ты как это сделал? Откуда у тебя права эти? Быстро говори, чтобы мне тебя... Мне дали. Кто дал? Быстро, я тебя тогда разбавил. Админ. Какой? Этот, не помню имени. Это Ника. Это Фламер сделал? Да, да, он. Фламер тебе выдал права? Да. Блять, ну понятно теперь, все. Извини, пошел ты в жопу, я тебя забанил. И ну, деньги мне не жалко, эти деньги, насрать на эти деньги, 150 рублей, плевать. Все, чувак, пока, нахрен, все, спаун, сокрой. Фу, блин, мне уж отлегло. Все, извини, пока. Баран. Я обосрался, он сетнул спаун. Я не знаю, это все Фламер виноват. Это он ему права дал. Ну, понятно теперь, я теперь понял, почему. Я думал, он шутит, он реально спаун сетнул. У меня аж сердце стало. Фух, игроки аж обосрались. Фух, ну я ему перечислил 150 рублей на самом деле, но... Мне не жалко 150 рублей ради этого спауна, я уж, чуть сердце не ёкнуло. Фух, все нормально, фух. Ладно, ребят, всем спасибо, заходите, играйте, больше таких, я думаю, инцидентов не повторится. Всем спасибо, всем... Фух, что-то плохо мне. Ладно, пока, ребят, что-то не хочу больше снимать, пока.